А вы заметили, что в дебютном трейлере сиквела Аквамена не показали Меру в исполнении Эмбер Хёрд? Точнее, почти не показали. Заметить ее можно вот в этом коротком кадре. И это неудивительно после скандального суда с Джонни Деппом. Судя по всему, даже Warner Bros. Боится попасть под негатив, окружающий актрису в последнее время. Не остался в стороне и Джейсон Момоа, который, исходя из записей, предоставленных в суде, постоянно приходил на съемочную площадку в одежде, очень схожей с той, которую предпочитает носить бывший муж Эмбер. Желая этим вызвать раздражение у актрисы и оказать поддержку Деппу. Хоть создатели фильма и поспешили заверить, что подпорченная репутация Хёрд не отразилась на ее роли, но очевидно, что трейлер говорит сам за себя.